Ну, давайте. 9 мая – это, в общем, единственный праздник, который у нас, собственно, там, можно сказать, да, как у нации, как у страны, у народа на самом деле остался. И я не считаю, да, вот, было бы очень плохо, если бы этот праздник начал вызывать сомнения. Вот. Надо ли его так помпезно праздновать? Ну, вот это уже другой вопрос, да, там, действительно людям доставлять неудовольствие. Да, может быть, какие-то другие формы можно было бы, да, найти просто празднование, я не знаю, там, более локальный, может быть, более там действительно какие-то серьезные, да, и вовлекающие, понимаете, не против масс людей широких, да, там, которые недовольны этим, да, а вовлекающие людей, потому что я еще раз говорю, это пока, это, в общем, практически единственный праздник, который нас всех на сегодняшний день соединяет и не вызывает особых сомнений, да. И, конечно, я просто знаю, и я сам праздную, и мои знакомые, да, все празднуют. И это действительно такой праздник, который празднуют широко и все, да. И вот, может быть, как-то действительно собраться и всем вместе, да, там, чаще его праздновать, ну, всем вместе его праздновать, да, было бы более интересно, чем вот там славить мощь государства, а люди находятся в стороне от этого. Ну вот так как-то.